по системе КАЗИ-КЕВАМ. Но у него пока не так много опыта по ММА. Но все-таки ваша тактика, сегодняшняя тактика, самое главное, перевод в партию или нет. Ну, ваша стратегия и ваша тактика сегодняшнего боя. Нет, совсем нет. Я, конечно, выступаю по самочувствию, то есть потому что может предложить мне соперник, потому как я сочувствую ситуации. Можем ли мы добиться стоя, я его видел, видел его атаки, видел, чувствовал дистанцию. Просто так случилось. Я знаю, что господин Синг изучал грэплинг, борьбу, тренерами. Немножко даже удивился, когда он начал грамотно защищаться. シング選手はしっかりグランプリングもやってたし、グラウンドに対してもしっかり準備をしてたような気がします。ですから、私の攻撃に対してしっかり防御というのを整えていたというふうに思います。Okay. Hello, Daniel Theodore here. Congratulations. Welcome back. And now that you performed excellent, you looked very good. I'm wondering.Who might you consider as an opponent in the future? King Mo just won 3 fights in a 100 kilo tournament close to your weight. Would you consider fighting King Mo or also TK Tsuyoshi Kosaka? Even though 45 years old, after 6 years not fighting, he looked very good knocking out Josh Thompson, James Thompson the other night. So would you consider fighting next, perhaps a tougher guy, either King Mo or in Tsuyoshi Kosaka?おめでとうございます。本当にカムバック良かったです。そして今日立派な勝利を収めたわけなんですけども、こうなるとやはりじゃあ将来はどうなるんだろうかということが頭に浮かんできます。例えば、キング・モー選手はどうでしょうか。もう100キロ級の選手を相手に3連勝を収めたわけですから、まあ、体重が非常にヒョウヨル選手と似てますように近いですよね。もしくは TK彼は45歳で6年間仕事をしていなかったと試合をしていなかったとしても非常にジェームス・トンプソン選手相手に良い勝利を収めていますのでキング・モー選手と試合をしたりそれから高坂選手と試合をしたりという可能性についてはどう思いますか。Большое спасибо за поздравления, за теплые слова в адрес меня и той формы, которую нам удалось набрать.Это не зависит не от меня, я думаю, это господин Закрибара будет формировать. То есть здесь зависит от интереса публики, от интереса японской публики. Тсуёши Косакой у нас уже было 2 боя. Поэтому не знаю, будет ли интересен третий. А с Кинг Мо тоже видно будет, он, в принципе, легче меня. Ну, посмотрим.Сейчас надо вернуться домой, немножко отдохнуть. まずおめでとう言ってくださってありがとうございます。本当に私嬉しく思っております。将来のことについてですけど、榊原さんと話し合って、私が重要なのは日本の観客の皆様にとって、興味深い試合になるかどうかっていうのが一番重要なんですね。まあ、高坂さんとも、キング・モアさんともするかどうか、まあ、それはまだ分かりませんが、まず私は今は家に帰って、そして少しお休みをします。Я полгода провел по сборам и практически не видел свою семью. Хочется сейчас к Ване приобщиться.実は私、半年にわたってかなり厳しい合宿をこれまで送ってきました。この合宿を行っている間、ほとんど家族とは一緒に過ごしておりませんでした。ですから、戻りまして家族と少しゆっくりと時間を過ごしたいと思っております。試合前に長谷大臣から送られたベルトというのは、ヒョウヨル選手にとってどういう意味のあるものなのかということと、サンベルトは、これからの日本とロシアの関係においてどういう意味を持つかというふうに考えておられるかを教えてください。
то перед боем министр спорта господин Хассе вручил вам пояс чемпионата. Но для укрепления дружбы между Японией и Россией этот пояс какое значение имеет? Как вы думаете? Я очень благодарен ХССАН за такой теплый прием, за признание японского народа. Я отвезу домой. Уже сегодняшние соревнования посмотрели в России. И сегодня все ваше самое теплое отношение ко мне российский народ принимает как к себе лично. Хацидайзи に対しましては、私に対してあのような素晴らしいベルトをくださったことに対して、感謝しているし、そして温かく日本の皆様が迎えてくださっていることの、証明だと思っております。また日本の、皆様が、私のこう、まあ、日露の交流に関してのこれまでの功績を認めていてくださるかと思っておりますと。Конечно, я отвезу домой этот пояс, может быть, даже в Министерство спорта, дадим в музей. Вот. Но мы со своей стороны тоже, как представители России, я и моя команда, мы стараемся тоже сделать все, показать вам красивые бои, быть с вами открытыми, честными и дарить вам самые удобные впечатления, дарить вам любовь. 本当にあのベルトっていうのは私にとって、ロシアの日本の皆様がロシアの私に対して温かい気持ちを持っているということを示しているとくださっていると思っております。もちろん私はあのベルトをロシアに戻って帰ります。そしてスポーツ庁の方にも見せたいと思っております。そして私たち総合ロシアの総合格闘技連盟といたしましては今後とも日本の皆様に対して公正な、そしてオープンな、そして見応えのある試合というものを今後ともしていきたいと思っております。最後です。Спасибо. Олег Богатов, агентство России сегодня, агентство Роспорт. Федор, прежде всего я хочу в своем лице поздравить всех те миллионы российских болельщиков, которые сегодня такой праздничный день очень ждали этого боя, очень переживали. Я думаю, что сейчас испытывают самые теплые чувства. И будут встречать Новый год гораздо лучше настроение, чем. 私はロシアのスポーツ新聞の代表で特派員でありまして今日何百万人というロシアのロシア人のいわゆる視聴者が今日のあなたの試合を見ていてとても温かい気持ちになったと思います。もちろん応援して心配はしておりましたけどそして新しい年をとても良い気持ちで迎えたはずです。Все очень переживали, ждали этого боя. Скажите, а у вас были, все-таки вас не видели 3,5 года, а у вас были какие-то червячки сомнений перед выходом на ринг? Или была абсолютная уверенность в том, что вы сделаете то, что от вас ждут, что вы от себя ждете? Спасибо. 新年を迎えますけども、実は、試合の前に、あなたの頭の中には、100% の確信があったか、それとも不安があったかという質問です。В том, что я буду стараться делать все, что я могу, в этом есть. Уверенность, переходящая в самоуверенность, такого нет никогда. Я никогда не знаю, как закончится бой, но я всегда стараюсь победить. これまで一度とも 100% の, いわゆる確信というものはありません。ただ私は自分ができることをこれまで全て、やってきました。ですから、なかなか確信が本当の自信というのかそれになかなか変わるっていうことを感じることはできないのだと思います。ただそうなるために私は常に常に努力をしていきます。человечески я стараюсь сделать все, что от меня зависит, все, что все тренировки, все нагрузки, все и бои то же самое. Я стараюсь выложиться на все 100. А там как Господь управляет. そして私はトレーニングを利用しても自分ができること自分にかかる自分がどうするか自分が、にかかっていることそれに対しては最大限の努力をしております。そして、それを皆様に見せたいと思っております。そして最後にいつでも私には神の加護があると思っております。以上で
ちょうど選手の会見終わります。ありがとうございます。